Буханочка, Франклин! Прозрачно! Смотри, он в шоке. Хей, здорово, чуваки, с вами, как обычно, я Ролюха, и добро пожаловать обратно в GTA-шечку пятую на страшный видосик. Сегодня, ребята, мы с тобой будем призывать призрака, а именно, ребята, буханочки. Сегодня мы призовем буханочку, но не обычную, а пожарную. Пожарная машина-буханка, прикинь? Да, ребят, сегодня у нас это получится. Ты смотри видосик обязательно от начала и до самого конца. Он будет просто офигенский. Жми на лайкосик и подпишись на канал, если ты еще до сих пор не подписан, ребят. Но мы сейчас уже поедем. Так, давай мы откроем карту, ребята. У нас вот здесь вот, в заброшенном доме номер 5, находится сейчас какой-то там либо пожарник, либо еще что-то. Сейчас мы приедем и посмотрим. Блин, мне капец, ребят, страшно, потому что снимаю, ребята, поздно вечером. Кстати, напиши, сколько у тебя сейчас времени, потому что очень любопытно вот посмотреть, сколько у тебя сейчас времени, во сколько ты смотришь этот видеоролик. Да, напиши мне в комментарии. Да и вообще пиши, как у тебя дела, как у тебя погодка за окном, потому что мне очень интересно. Комментарии я читаю, лайкаю и крутой комментарий добавляю в видосик. В король комментариев, блин. Поэтому, если хочешь видосик, то пиши комментосик, ребят. Так, я оружие взял. Так, я все взял. В принципе, все, что нужно нам для призыва, все имеется. О, тихо! Че за авария? Блин! Че без поворотника? Иди сюда! Остановись! Стой, говорю! Че, блин, без поворотника? Кто тут у нас? А? На нафиг! Как ты ездишь? Вы видали, ребят, просто на подрез пошла. Офигеть, как... Просто жесть какая-то, пацаны. Офигел, блин. Ладно, погнали. Топим, топим, ребят, ладно. Нам осталось ехать 1,5, ребята, километра. Там, насколько я помню, какая-то заброшенная, такая старая вроде деревенька. С такими домами на колесах вроде бы как. Да, вон, кстати, метка уже находится, да. Горит, просто смотри, в космос нафиг улетает эта метка. Блин, ладно. Километр, ребят, километр. Блин, я надеюсь, что у нас все получилось. Просто надеюсь, что сейчас мы все это сделаем, все призовем. Да, кстати, если ты смотришь это видео, то в принципе все получилось, да, потому что если у нас нифига не получится, то я как бы видео выкладывать не буду. Поэтому не переживай. Будет очень интересно. Интересно, интересно. Интересно, офигенно. Блин, мне уже страшно, на самом деле. Давай я уже заезжаю в эту деревушку. Вот она. Деревушечка. Заброшенная, смотри. Такая прям американская. Заброшенная деревня, блин, я не знаю. Дома... О! Дома на колесах, а там я вижу... Это пожарная машина? Так, подожди. Окей, давай-ка я выйду с тачки. Осмотрим, что это за огонь. Все в огне. Пожарники, видимо, приехали, да? Офигеть. Вон еще, кстати говоря, пожарная машиночка. И вот этот дом, ребята. Вот этот дом, около которого мы будем это все дело призывать. Костер тут какой-то. 5 костров, блин, нифига. А как? Этот же дождик идет. Как? А вот, получается, место для призыва у нас. Я вижу, тут много этих огнетушителей. Уходи отсюда. О! А что такое? NPC-шка пришел? Уходи отсюда. Ё-моё, а чё? Запретная территория. Запретная территория? Так, подожди, F9 камера. Давай я за ним прослежу. Так, где он? Я его потерял. Я... А, вот он. Он идет тушим, и... Тушим, тушим, тушим. Тушит, ходит и тушит, смотри. А чё ты... О, смотри! На него какой-то челик пошел газовать. Смотри, байкеры. Блин, 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 блин. Смотри, ха-ха, его байкеры зашугали. Блин, блин. Пожарника просто, ты посмотри. И за ним бегут. Может, у них будет драка? Интересно, может, они подерутся? Это было бы очень прикольно. Смотри, реально. Байкеры бегут, получается. Нет, не бегут больше, как будто, да? А вон пожарник, смотри, у него автомат! Капец, пацаны, это очень... Это жестко, что он там всех застрелил? А, он их зашугал. И смеется. Так, ребят, хорошо, у нас есть одна попытка. Давай, беру гранатку и вот туда, оп, кину вон туда, чтобы его отвлечь. Ну-ка. О, взрыв! Был, так. Что там такое? Замечательно. Так, ребят, берем канистру с бензином. Канистрочку. И давай сейчас попытаемся это дельце все поджечь. Это дельце все поджечь. Вот так вот, опачки. Раз, раз, раз. И ведем вот такую полу. О, оно уже загорается само, смотри. Офигеть. Так, 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 так. Давай вот это все вот так сейчас обойдем. Смотри, оно реально уже загорается. Каким образом? Потухло. Странно. Оно потухло быстро.
Чё, блин? Так, ладно, подожди. Давай, я возьму сейчас коктейль Молотова. О, смотри! На! Давай! Призывайся! Буханка пожарная! Призывайся! Призывайся! Пожалуйста! На! О, ребята! Чё там было? Пошёл процесс, что ли? Смотри! Смотри, эффекты уже! Давай, давай, давай! Давай! Пожалуйста! Так, давай встанем сюда. О, ребята! Походу сработало! Так, ребят, о, я в каком-то доме! Чё я здесь делаю? Кстати, я внутри этого заброшенного дома! И он реально весь обгорел, и теперь я понимаю, почему сюда пожарник приехал злой. Смотри, я бы тоже был бы злой. Так, подожди, стой, сейчас не об этом. Чё у меня там активировалось-то, а? Уааа! Буханка! Вот-а! Вот она! Посмотри! Это реально призрак буханочки! Ё-моё! Капец, мигалки работают, пожарный телефончик, Новокузнецк. Кстати, кто с Новокузнецка, пишите. Нифига себе, призрак! Он реально прозрачный, я все вижу сквозь... О, фары включились. У него еще фары, смотри, красным горят! Блин, ребят, это на самом деле очень стрёмно. И он, кстати говоря, появился на месте этого призыва. И горит еще, дымится. Ну, не дымится, а вот именно горит. О, движение какое-то. Подожди-ка, какое-то движение идет у нас. Он куда-то поедет, что ли, смотри. Что-то начинает как-то ехать аккуратненько. Поехал призрак. Нам точно нужно за ним проследить. Ха, застрял что-то он. Так, подожди, где моя Cherry Tiggo? Так, садимся мы в нашу тачку. Давай. Тачка. Так, ребята, куда поехала эта буханка? Может быть, на какой-то... О, это чё? Чё она делает? Очень странные у нее, конечно, маневры. Но сейчас мы за ней, ребята, проследим. Это, ребята, наш шанс узнать тайну и разгадать ее этой... Черетига, этой пожарной буханочки, ребята, смотри. Едет? Блин! Кстати, вот так вот даже и не скажешь, что это какой-то типа призрак. Обычный NPC. Едет, смотри. Мне, кстати, прикольно. Мигалочки у нее фигарят, конечно же. И едет куда-то. Я не знаю, куда, ребята. Это момент, конечно, хорош. А если я вот так возьму и загорожу ей путь, так раз. Загорождаю. Ей пофиг! Она избегает меня просто. Посмотри, вот так вот, стоять, буханка, смотри, смотри, отталкивает кого-то, она, короче, прям уверена, это у вас буханочка, она прям куда-то уверенно движется, хорошо, давайте мы за ней реально тогда проследим, не будем ей мешать, потому что она прям движется мега уверенно к какой-то цели, может быть, она едет реально на какой-то дом, типа потушить дом, либо еще что-то. Я не знаю, кто сигналит. Это она сигналит? Непонятно вообще. Это... Кто бибикает? Это она бибикает! Чё за прикол? Едет она, кстати... О! Ты это видишь? У нее открываются двери! Офигеть! Так, буханка, она мне надоела. А если по ней пострелять, может она ускорится? Так, подожди, вот давай, вот так вот. Давай. Бам-бам-бам! Бам! Может она ускорится реально сейчас? Не, ребят, не... Ой, остановилась что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чё это? На меня! А-а-а! Ё-моё! А-а-а! Капец, помяло мою тачку! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Отстань! Всё! Хватит! Ребята, чё за прикол? О, фух! Блин, ребят, стрёмно на самом деле. Остановилась. И смотри, и поехала, как ни в чем не было. Ладно, ребята, теперь мы знаем то, что лучше по ней не стрелять. Капец, она мне тачку помяла. Просто об камень меня фигакнула, и капец моей тачке. Это что за звуки были? Это от скорой помощи я слышал. Что за... Это что за звук? Это она издает? Это дополнительный звук мигалок, что ли, сирен? Итак, она... А, подожди. Она что, реально на заправку едет? Тут вот заправка. Может ее заправить, ребята? Как вариантик, да? Ну-ка, смотри! На заправку! Чего? Смотри! Она приехала на заправочку. Окей! Круто! Ничего не скажешь. И что, она хочет, чтобы я ее заправил? Я смогу куда-то сюда пистолет-то вставить?
Не, ребята. Её... Я вот лично её никак... Прыгай. Ааа! Это что такое? Ааа! Фига себе, подкинула меня! А как её заправить-то? Сигналит. Чтоб я в неё сел? Или чё? Я сесть даже в неё не могу, чтобы вы понимали. Я в неё буквально не могу сесть. О! Нет, подожди. Ребята, очень странная какая-то загадка. Может, вот так? Ребят, нет! Может, она сама будет? Или она уже заправилась, ребята? Я вообще не понимаю прикола. Поехала куда-то. Ребята! Вот это прикол. А, слушай, вот она меня фигарила, да? Буханка, а я сейчас эту заправку взорву. Смотри, беру так раз и спрячусь. Опа, смотри. Смотри, бам, не, все, заправки нету. Какая у нее будет реакция? Куда она дальше поедет? Тихо-тихо. О, она радуется! Она хотела, чтобы я ее взорвал, что ли? Смотри! Она прыгнула! Она радуется, что мы заправку... А, то есть это, знаешь, это не обычная буханка, а проклятая. Я вам, ребята, объясняю. Эта буханка любит не тушить, а взрывать и ломать. Я уже понял. Хорошо, давай, смотри. А вот это ей понравится? Я понял, смотри. А вот я вот так вот сейчас обкидаю. Обкидаю, сейчас все взорвется. Смотри, сейчас вот взрыв, бам. Ну-ка, реакция. Ей нравится. Ей нравятся взрывы. Че, блин? А вот сюда, ребята. Сейчас мы цистерну взорвем. Просто смотри, смотри, смотри. Смотри. Бам! Понял, хорошо. Я пожертвую ради этой буханки свою тачку. Смотри, ребята, иду просто на отчаянный шаг. Смотри. Бам! Все, минус тачка. Еще бот. Она хоть мне... она хоть даст прокатиться на этой машинке? О, пожарник! Пожарники! Она вызвала пожарников! Она вызвала пожарников! Смотри! Тихо, тихо, тихо! Я хочу сесть в пожарку! Сесть в пожарку! Сесть по... О, смотри! Пожарник сейчас будет драться! Че это было? Вау! Смотри, пожарник! А, он идет тушить! Тихо, не надо пожарника! Капец! Жестко! Это жестко прям! Капец, как жестко! Че? О, я могу в нее сесть? Ребята, смотри, дверь открылась! Я в нее. Я сел! Ребята, я в буханке! Я в буханке, призрак! Ребят, гляньте, смотри! Это реально прозрачная такая буханочка! Мигалки! Офигенно! Круто! О, это за мной бегут? Это ко мне? Это что такое? А что? А кого бьет этот? Смотри, кого бьет! Пожарник! Меня! Посмотри, теперь на меня охотятся пожарники, что ли? Фига ты! Блин, мне очень нравится! Да на тебе! Бам! На, получай! Так, ребят, поехали! Покатаемся! Затестируем буханку! На скорость! Ну, едет как обычная буханка, только призрачная, ребята! Только призрачная! Это... Тихо! Блин! Тормозит фигово, сразу говорю, пацаны. Очень тяжело. Кто по мне? О! Пацаны, пожарник! Это тот злой пожарник, что ли? Чё он по мне стреляет? На, нафиг! Чё он стреляет по мне? Сейчас я его ликвидирую, пацаны. На, гренку! На, гренку, нафиг! На! Офигевший, блин! Не ликвидировал. Пацаны, на! Получай! Офигевший! Стреляет по мне! Пошел в жопу! О! Мы его одолели! Мы одолели этого злого пожарника! А что это было, ребята? Я в шоке! Ой, у меня чуть-чуть деформировалась машина. Ребята! Это просто жесть! Кстати, а давай посмотрим на реакцию жителей Лос-Сантоса на эту тачку. Вот мне любопытно, какая у них будет реакция просто на эту машину. Или... О! Я придумал! Не! Давай покажем эту тачку Франклину! Сейчас мы приедем в его старый дом. Давай, реально! Фига, это гениально! Просто посмотрим, какая будет реакция у Франклина. Что он начнет делать... ой, чё я прыгаю? С этой машиной, когда я приеду к нему на территорию.
Сейчас, ребята, я подъеду и продолжу запись. Так, ребята, я почти на точечке, почти приехал к старому дому Франклина. Я, ребят, надеюсь, он там, надеюсь, он приехал на своей Баффало белой, вот этой, знаешь, крутой машине, блин, надеюсь. И он меня уже ждет. Ё-моё, аккуратно, с дороги! Блин, люди вообще в шоке, они просто, смотри, останавливаются нафиг даже. Они в шоке просто с меня, пацаны, реально. Так, ребята, я приехал к дому Франклина. Его, кстати, здесь нету, подожди. Ага, может он дома именно находится? Ну-ка, давай-ка мы зайдем. Стуки, стуки, Франклин, ты где, Франклин? Блин, ребят, что, Франка нету? А, о, в спальне! Вот он, подожди, ну-ка, он пойдет за мной? Или не пойдет? Интересно. Смотри! Пошел, пошел, походу. Смотри! О, что-то показывает пальцы, блин. Ну-ка! Смотри, сейчас покажу Франку. Смотри, смотри, смотри. О! Буханка! Смотри! Буханочка, Франклин! Прозрачная! Смотри! Он в шоке! Смотри! Рассматривает! Да? Он в шоке! Просто ты глянь на его реакцию! Офигеть! Ну-ка, а я ему сейчас покажу. Вон, садись нафиг машинку. Стой, а у него там нету, случайно, в гараже этой самой его тачки? О! А я в его тачку сяду. Раз, присяду. Смотри, о, он сел, что ли? Что будет делать с ней? Франклин поехал на этой буха... О, а как он прыгает? А я, ребят, на пробел нажимал, я даже подпрыгнуть не смог. Ребята, что-то тут нечисто. Это, походу, только NPC, что ли, могут? Ребята, чё он дрифтит, блин? Ребята, короче, как мне кажется, выпуск сегодня просто бомбезный. Что мне лайки показывают? Нифига себе. Короче, ребята, это был призрак буханочки. Просто офигенно. Ну-ка, чё сейчас будет Франклин делать? Ну-ка, посмотрим. Лайки только показывает. Ну вообще дает. А то, что тачка у тебя посередине дороги стоит. Едь давай. Поехали. Вообще, блин, ребят, сегодня и страшный видос, и какой-то, блин, немного позитивный, что ли. О, Франклин погнал. Ребята, было очень интересно. Напишите в комментарии, какую мне тачку еще призвать в GTA 5 обязательно. Потому что получается просто мега офигенно и бомбезно, ребят. Большое спасибо за просмотр, за лайк, за комментарий, за подписку. Вы самые лучшие, знаете, не пропускать новые видосики. С вами был Ралюха. Всем удачи и всем пока, ребята!